Сейчас у нас идет мастер-класс по хип-хопу. На этот мастер-класс пришло очень много тренеров и спортсменов. Сначала мы делали небольшую разминку. А потом мы начали учить кусочек упражнения. Ребята, многие из вас смотрят мой канал без подписки. Подпишитесь на мой канал, мне это очень важно. А сейчас будет небольшой перерыв. Тяжело? Нет. Саша, знаешь? Да. Откуда? Он с нами ездил выступать в Америку. Или ты с ним ездила? Ой, я с ним. Сейчас мы будем учить кусочек. Начнем с базовых движений, потом их соединим вместе. Хорошо? Колено у нас идет по кругу. А, еще уже. Учим новые связки. 2, 3, 4. Вообще не понимаю, что он там говорит, но получается очень круто. Тяжело? Раз, два, три, четыре. Ребята, а вы все подписались на мой канал? Если еще нет, тогда скорее подписывайтесь. Еще раз на камеру просто. Поехали. Talking on me, so my car's a tinny. Dancing with the devil, I don't bargain with it. Bobbing in a dash, and the stick is witty. And I hit the 4-5 on the wet side. But I'm finna eat side, this how we slide. This how we ride, yeah, this how we ride. Don't go, no lead. Make it easy like 1, 2, 3. Go, go, on 3, 2, 1. A fly, T, can't see me. Ха-та-та-та-та. Вот. Раз, два, три. И по, и пять, и шесть, и семь, и восемь. И раз, и два, и три, и по. Мы уже много раз повторили, и у всех начинает классно получаться. Ребята, кому тоже нравится, как Саша танцует, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому видео. Качайте, прокачивайте сами и прокачивайте своих учеников. Сегодня был хип-хоп мастер-класс. Ну, было круто в конце. Вот, когда мы начинали, у меня ноги как-то вот так запуталась. Я не могла. А потом приучилась. Только у меня последний кусок не получается. У меня ноги неправильно ходят.
было очень много людей, очень много тренеров. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А мы поехали еще на два мастер-класса по хореографии и по джазу. Поехали! А сейчас у нас мастер-класс по хореографии или по балету с настоящей балериной. Плие очень классно растягивает наш ахилл, тем самым дает нам классный толчок потом в дальнейшем в прыжке. Это очень сложно. Раз. Локти связываемся, спина. Раз. Лопатки вместе сзади. Плие. Ну такое можно сильнее. Вот, вот. Два, три. Четыре. Также полный ронд вперед. И также назад. Пассе. Плие. Поставить. Провести назад. Растяжка вниз. Выросли наверх. Полупальцы. И пур-де-бра на полупальца. Вниз. Назад. Постоим балансом. Много не бывает. И сошли. Поехали. Как она это делает? Батман. Пассе. Сижу сзади. Раз, два, третий, еще сильнее, чтобы она острая вылетела в сторону. Поехали. Пассе на ровной и два, пассе на ровной и два. Ручки закроем и выдохнем. Поехали. Ноги будем держать. Это потом все наши упражнения. К носу нога. К носу вот здесь. Преподаватель на вид очень строго, но на самом деле она классная и добрая. Устала от этой хореографии. Хореография? Что, олимпийская надежда, здравствуйте, хороша. Здравствуйте. Тяжело? Угу. Я вижу, не все взрослые девочки справляются. Балериной быть легко? Там ноги вот так вот держать. Урок получился очень полезный и интересный. А сейчас мастер-класс по джазу. От постановщика станцуют все. Здесь я уже не выдержала. Я устала. Два мастер-класса по 2 часа – это уже слишком. На третий у меня просто не хватило сил. Два и три, четыре, пять и шесть, семь, восемь. Два, три.